Герой дня. Итак, в ядерном Пакистане, север которого не подконтролен никому, разве что кроме талибов, ситуация близка к смене власти. И, похоже, на стороне тех, кто жаждет военного реванша, еще и пакистанская судебная система. Сегодня Верховный суд Пакистана заслушал признание премьер-министра страны Юсуфа Реза Гилани по делу о коррупции в высших эшелонах власти. Главный вопрос, который судьи задали Гилани, почему тот не выполнил принятое ранее решение Верховного суда и не объявил о возобновлении уголовных дел о коррупции, которые были прекращены в 2007-м. Эти уголовные дела касаются многих высокопоставленных чиновников, в том числе действующего президента Асиф Али Зардари. Правда, его по закону не могут осудить. Вот и премьер страны, соратник Зардари, отверг сегодня все обвинения в том, что он демонстрирует неуважение к суду. И объяснил, что президент имеет иммунитет от любого судебного преследования согласно Конституции страны. Сейчас в Пакистане растет недовольство действующей властью. Коррупционное дело лишь подливает масло в огонь. В последние месяцы в Пакистане нарастает политический кризис. Но если раньше недовольство Зардари и Гилани выражали в основном военные, то теперь вот и судьи. Особенно ухудшились и без того нерадужные отношения властей Пакистана с ястребами после уничтожения в мае прошлого года на севере страны глава Аль-Каиды Усама бен Ладена. Однако, по-честному, военные не любили Зардари все время его правления. Слишком уж велика их привязанность к бывшему президенту Перевезу Мушаррафу. Собственно, именно возвращение Мушаррафа и предрекают в пакистанской элите в самое ближайшее время. Сам экс-президент, живущий сейчас между Дубаем и Лондоном, вовсю готовится к этому триумфальному приезду на родину, едва ли не к военному перевороту, и у него есть на это все шансы. На прошлой неделе Мушарраф пообещал, что в конце января вернется на родину, несмотря на два возбужденных против него уголовных дела. Власти Пакистана заявили, что арестуют его прямо в аэропорту, но он, видимо, этого не боится. Сейчас у самих властей такое же шанс сесть в тюрьму. Мушаррафа обратился из Дубая к своим сторонникам через видеомост, заявил, что действующая власть в стране сильно ослаблена и пообещал, что армия его по-прежнему поддерживает. Я напомню, что в 2008-м смещение Мушаррафа с поста президента стало возможным только потому, что он потерял поддержку не только у населения, но и у большинства армейской верхушки. Правда, сейчас эта верхушка снова на его стороне. К тому же Мушаррафа в последние дни активно возрождает старые связи с американским руководством. Формальной поддержкой Вашингтона он, Мушаррафа, пользовался все годы у власти и в обмен на доступ к северным провинциям, собственно, делился своими полномочиями с американцами. Всеобщие выборы в Пакистане намечены на 2013 год, но ход событий может потребовать их проведения гораздо раньше.